Добрый день, 7 августа. На Диксоне по-прежнему по-летнему тепло, практически холодно, поэтому все как обычно. Идем работать. Сегодня 7 августа, Диксон, стройка, работаем, подломался немножко трактор, тросик газа, вот. Сегодня уборку делали, комиссионно считали материал, который прибыл, в общем, работа производилась разная. Сегодня приехал на наш участок главный механик нашей компании для того, чтобы диагностировать технику, провести работы по установлению, так сказать, качественно, чтобы техника работала, потому что это очень важно. Ну а мы выполнили то, что наметил на сегодня, и завтра будем ускоряться. Вот. Работы много. Все работы хороши, выбирай на вкус. Всем хорошего настроения и побольше позитивных улыбок.